Всем здравствуйте. Я уже облачилась в рабочую одежду. Работы много. Надо собрать крыжовник мне, прополоть несколько грядок с земляникой, с клубникой. Забываюсь я. Путаюсь я. Сейчас покажу, что у нас произошло во время града. Побила кабачки. Тыквы, помидоры, которые были видны. Листва вроде бы более-менее, а сами помидорки побитые. Хосты ужасно пострадали. Остальное вроде все нормально. Вот помидорки побитые. Листва, видите, какая. Вот где виднелись они, где град задевал, там побиты сильно. А где в кустах были, вроде бы ничего, сидят. Вот. Вон как сильно побили. Все побито, все. Что с них будет? Вон крупный. Это алтайский бийская роза. Крупный должен был быть. Вон весь уделанный. Вот такие дела. Вот такие вот невеселые новости. Тыква здесь нормальная? Здесь нормальная. Слава богу, хоть здесь нормальная. Потому что град шел вот с этой стороны. Заходил. Здесь за забором. Как раз она в защите была. Хотя вот листва, посмотрите, какая продрявленная вся. Ой-ой-ой. Махровая стала. Хоть тыквы не задела. Но в другом месте тыквы побила. Вон тыква, как побитая. Все тыковки вот здесь побитые. Даже вот здесь под листочками эту задела маленько. Все, все побито. Такой лист. Вот такой лист. Вот это град прошел у нас. Ну и ладно, еще недолго он шел. Ну, посмотрите на хосты, что с ними стало. В смятку все. Такие шикарные листочки были. Смотрите, все побито. В клочья. Это тоже с дырками стоит вся. Такая красивая хоста была у меня. Посмотрите, что стало. Ну надо же. Жалко. Единственное, вот здесь устояла под яблоней. Яблонька защитила ее. Самые крупные листы вот здесь. И это тоже целое. Вот град у нас прошел, так прошел. Яблочки тоже побитые. Тоже, которые вот не защищены листиками. Тоже побитые. Вот. Стихия у нас какая была. Ну, яблочко какое лежит. Крупное, да красненькое.
Вон. Упала. Откуда оно такое? Крупное сверху, что ли? Приехали, а у нас здесь, смотрите, абрикоса сколько нападало. Сбило его грозой, дождем, ветром. Абрикос такой крупный, но не очень вкусный он, Но в этом году прям крупненький, потому что его мало совсем по сравнению с теми годами. У нас все здесь усыпано было. Вон еще кое-где висят. Вон абрикосики. Они вкусные, не очень вкусные. А крыжу, ой, а смородина вон та. Интересно мне знать, пострадала или нет. Надеюсь, что нет. Мне собирать ее надо. Пришла к смородине. Дождь был, хлестал вот с этой стороны. Да, побила листочки, побила. Но ягодки-то все под листиками спрятались. Вот какие грозди крупные в этом году. Смородина, ой, усыпана. Много собирать мне придется. Мне сегодня надо прополоть вот эту грядку, вон ту грядку, и еще вон там грядка у меня одна. Земляники, клубники, вернее, что я путаюсь. Но я в этом году не попробовала. На вкус я не поняла, какая самая вкусная клубника. Вот это ремонтантная. Наверное, это вот с маминого огорода. Цветет по новой. Вон там цветочек еще увидела. Это хорошо, что вот эту мы попробуем все-таки. Вон она зацветает. Вот, и я теперь не знаю, какой мне размножать-то все-таки. Вот чеснок. Надо будет убрать вон тот. Вместо этого чеснока надо будет посадить клубнику. Вот такая грустная картина перед нашим взором открылась, когда мы приехали после дождей, после грозы, после града. Вот такие растения невеселые, которые были шикарные. Но потом зато порадовали цветочки, которые распустились позже, и урожай красной смородины. Посмотрите, какой он шикарный, а какие картинки на закате, посмотрите на солнце. Просвечиваются ягодки, это что-то.